Оля, с чего началось твое увлечение мыльными пузырями? Для того, чтобы объяснить, с чего началось увлечение мыльными пузырями, нужно кинопленку отмотать лет на 30 тому назад. Потому что мое стремление к сцене было на самом деле с самых юных лет. Это сначала были выступления дома на табуретке перед родителями, потом на сцене на корпоративе уже у родителей, потому что нужна была публика, требовалось массово как-то нести свое творчество. Потом это перешло уже в общегородские мероприятия, отсюда уже вылезло аниматорство, ведущие праздников. И как-то любое из этих направлений не давало мне полного объема той энергии, которую я хотела бы поделиться с людьми. Вот. И так я увидела мыльные пузыри, этот жанр, я с ним познакомилась, и тогда поняла, что вот мыльные пузыри, они родом из детства, и равнодушных к ним нет. И вот тогда поняла, что мыльные пузыри — это мое. А ты где-то вот обучалась вот этому, потому что ну, ты же не могла просто посмотреть видео там в интернете, сразу купить там себе жидкость, мыльную, вот это, мыльный раствор, и все, и я уже делаю шоу. Какое-то обучение у кого-то проходило? А прям личное онлайн, точнее офлайн обучение, к сожалению, я не попала к тем метрам, которым бы я очень хотелось. Нет, потому у меня в далеких планах, я надеюсь, что как-то это получится, потому что это стоит очень дорого. А метры, да, метры, которые этот жанр держит на своих плечах, они само собой хотят, чтобы этот жанр жил и технически, и качественно, и визуально полностью. Вот. Но офлайн, онлайн я проходила обучение, потому что техника, она остается техникой. То есть без обучения, конечно, ни одно шоу не получится. Мыльный раствор ты сама готовишь или уже готовый продается? Как? Когда начинала, это были концентраты, которые, да, они там разводились, добавлялась водичка, немного моющего средства, и можно было работать. Но со временем, когда начинаешь расти как артист, ты понимаешь, что работать с полуфабрикатами уже неправильно. И да, на самом деле, это уже авторский профессиональный раствор одного из метров. Да, он готовится самостоятельно, это не покупной, он полностью состоит из натуральных продуктов, то есть он абсолютно безвредный. Да, поэтому это очень такой тонкий нюанс. Я знаю, что ты как на детских мероприятиях работаешь, так и на взрослых. Вот, но с детьми понятно, потому что, ну, как ты сказала, все дети любят мыльные пузыри, это вот как бы вот родом из детства все идет. А чем же взрослых удивлять? Взрослые же не будут гоняться там, лопать эти мыльные шарики. Вот чем удивлять взрослых? А вот со взрослыми на самом деле ситуация обстоит немножечко другая. Здесь, конечно, идет уже сюжетный номер, то есть ты несешь уже какую-то мысль, какой-то посыл. То есть это не просто запуск мыльных пузырей, это идет полноценный построенный номер. Но почему мыльные пузыри родом из детства? Мы настолько стали в жизни забиты работой, проблемами, что мы перестали радоваться малому. Ведь мыльный пузырь, он радужный, он красивый. Даже идя по улице, когда кто-то из детей запускает мыльные пузыри, ведь ты невольно, ты все равно взглядом проводишь его в небо, как он приливается, и... Это необъяснимо. Согласен, это да. Необъяснимо, потому что вот они к себе притягивают. И вот когда, выступая перед взрослыми, ты можешь вызвать вот эти вот эмоции и искреннюю улыбку, это неоценимо. Поэтому со взрослыми работать, да, тяжелее, но в плане эмоциональной отдачи это в разы круче. А были какие-то казусы на твоих выступлениях? Вот то, ну, я понимаю, что вопрос может быть даже глупый, они 100% были, но вот самый такой запоминающийся, вот то, что ты постоянно там в кругу друзей рассказываешь, вот что-то такое яркое. Это будет яркое в буквальном смысле этого слова. Один из трюков – это зажигание огня либо в руке, либо на голове человека. И был на самом деле один такой момент, господи, да просят меня гости, у которых это было, благо нет, они ничего не заметили, делается определенная пенная подушечка, на пенную подушечку надувается пузырь, который в дальнейшем горит. И под каким-то, не знаю, физическими силами тяготения этот пузырь начал съезжать, а я его уже зажгла. И я понимаю, что до... волос остается буквально считанные миллиметры. Быстренько, конечно, это все сдуло, потушило, все прическа осталась целая, все остались счастливые, но внутри, конечно, это прям ёкнуло очень сильно. Кстати, вот этот трюк с огнем, ты же его и на руке делаешь, да? Он кожу вообще не обжигает, вот нет вот этого вот жжения, опасности какого-то? Я могу продемонстрировать, в принципе, на тебе, если не против. Я не против, но давай это в конце программы.
чтобы на тот случай, если с ведущим что-то случится, чтобы хотя бы осталась запись интервью. Но в конце попробуем, да. Хорошо. Но вообще эффект какой? Покалывание или что это? Я, вот, знаешь, наверное, из-за того, что я уже не первый раз делаю, я могу сказать, что я вообще ничего не чувствую. Для меня это просто легкое тепло. То есть ни обжигание, ни покалывание, ни тем более каких-либо неприятных чувств нет, он не вызывает абсолютно. Оль, а вообще какие сложности вот в этой сфере деятельности? Ну, понятно, да, приготовить раствор такой, который будет летать, держаться и тому подобное. Есть еще какие-то сложности, с которыми вот сталкивается человек? Очень много. Например? Мыльные пузыри – крайне капризные артисты, потому что на самом деле главные артисты – это они. И тут начинается перечень на самом деле ситуаций, с которыми происходят прям конфликты. В первую очередь это ветер. Особенно сейчас начинается летний сезон, ветер, само собой, там порывы больше там, 2 метра, пузыри сдувает, их выдувает, ничего не получится, даже красивые номера, да и обычный просто запуск не будет. Вторая вытекающая – кондиционеры. Как обогрев, так и холод, они делают сухим воздух, а мыльные пузыри сухой воздух не любят. Им нужен влажный воздух, поэтому бывает часто, особенно что касается взрослых мероприятий, включаются кондиционеры. Ты готов работать, а ты не можешь, потому что воздух сухой и пузыри не держатся. Следующий вариант, опять-таки, возвращаемся, в основном эти проблемы возникают именно на взрослых мероприятиях. Духи, лак для волос, косметика. Как бы смешно ни звучало, мыльные пузыри чувствительны даже к духам. Бывают ситуации, когда пойдет погружение в мыльный пузырь, да, там и дети, и взрослые погружаются. Ты можешь 10 человек поднять пузырь, он будет шикарно, красиво держаться. На одном человеке он не поднимется больше 2 сантиметра. И кажется, что это, ну, ты же только что сделал 10 человек, все уже должно быть нормально. Нет, либо большое количество лака для волос, какой-то специфический парфюм, какая-то определенная косметика, она даст свой какой-то вот эффект, который все. И дай бог, что просто не получилось с этим человеком. Был случай, когда мимо проходящая мамочка решила просто попшикаться духами возле моего стола. И то ли частички, капельки буквально, капельки попали в саму чашу, раствор, я не смогла выдуть ничего. То есть он мне эти капли испортили полностью, там 5-6 литров раствора. Поэтому да, таких нюансов огромное количество, и вот с ними приходится бороться. Оль, вот этот вопрос будет скорее завершающий, перед тем, как мы приступим к опасному трюку сжигания ведущего. Вот. Возвращаясь к началу нашего разговора, ты сказала, что мыльные пузыри — это, ну давай так, обобщим, это как билетик в детство, если так все это собрать воедино. Вот для тебя лично, я понимаю, что тебе уже мыльные пузыри, ну, не приносят вот того удовольствия, скорее всего, ну, хотя я, может, ошибаюсь. Какой приносит вот детям, взрослым, которые не так часто сталкиваются с этим? Вот для тебя все-таки твой билетик в детство — это какой? Это мыльные пузыри. Как бы это дико ни звучало, почему-то, что мы с ними подружились буквально с первого взгляда. Я перепробовала много шоу. Почему именно мыльные пузыри, почему это мой билетик в детство? Я мегапозитивный человек. Меня многие знают как постоянную веселушку, хохотушку. И вот этой энергетикой мне нужно делиться с окружающими. И вот когда я запускаю мыльные пузыри, я вижу вот эти вот счастливые глаза напротив меня, детей, тем более взрослых. Это дает такое ощущение счастья, что ты понимаешь, что, Господи, какой это кайф. И ты делаешь людей окружающих счастливый, и ты счастливый. И вот это вот то детство, когда вокруг тебя радость. А это в наши дни крайне редкое удовольствие. Спасибо тебе большое. Ну а теперь давай все-таки приступим. Руку вперед. Любую, да? Любую, абсолютно. А, да? Да. Кофточку. Да, кофточку. Ну, да, чтобы хоть собрать. Что-то осталось от меня. Лодочкой. Так. Это очень важный, да, момент. Какие приятные ощущения. Так, опачки. Ну что, и на счет 1, 2, 3, как обычно говорят, кричим громко «Ура!», что ведущего не сожгли. 1, 2, 3. Ура! Живой. Можем повторить на голове, если хочешь.